Здравствуйте, добрые люди. Очередной раз я обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Наступает весенне-летний сезон, и нам в нашем приюте надо немножко готовиться к весне и лету. Поменять линолеум там на полочках, везде на полу. Ну и весной надо себе профилактику сделать, подлечиться немножко. Но самое главное, приготовиться к приему пополнения весной котят. Потому что обычно в этот период ко мне подбрасывают, там приносят 10-16 котят. И надо их кормить, лечить, профилактику делать, а потом уже только раздавать. Так что, пожалуйста, помогите мне и моим всем друзьям маленьким.